Здравствуйте, товарищи, с вами Uncle Snake, и я приветствую вас на прохождении по игре Fallout 4, которую я, конечно, ждал, и поэтому не хотел начинать играть никакие другие RPG, старые или не слишком старые, но я думал, что, в принципе, пока разбираемся с нашими тотуларовскими прохождениями, как раз и придет к нам Fallout 4. В принципе, так и произошло. Сегодня я глянул в интернете, в ютубе набрал Fallout 4 прохождение. И, конечно, ожидаемо, что там их десятки людей там пишут. Летсплейщики сразу все начали создавать ролики. Вот, и проходить Fallout уже по полной программе. Но дело в том, что я особо не загоняюсь по прохождениям именно. То есть смотреть вперед, смотреть, например, чужие прохождения, потом там игры, не знаю, я играю как игра. Ну, может быть, какие-то моменты мне интересны, я информацию ищу дополнительно по игре. А в принципе так, что вперед сначала разведывать, что там как, а потом уже играть, я этим не страдаю. Вот, поэтому прохождение, вообще RPG-шки я люблю, и поэтому прохождение будет, наверное, скорее всего, интересно. Особенно радует то, что игра очень красивая, и там есть огнестрел. Так, ну что, давайте начнем. Интересно, громко ли орёт музыка? Мне кажется, музыка орёт достаточно громко. Давайте Death слупаем. Сейчас сохранение произойдет, но, по-моему, что я не слышу, что музон у нас убавляется. Общий голос. Может, общую так убавить. Так, ну что, поехали, давайте новую игру. Пускай этих прохождений миллион сейчас на ютубе. Что ж теперь не записывать, я же записываю для своего канала. Хотя, конечно, я не люблю записывать, но делать то, что уже у всех все сделано, похожие, ну, или тысячу раз сыгранные вещи. Поэтому я стремлюсь играть какими-то модами, что-то новенькое внести в компании наших тоталуаровских прохождений. И моды, и также, что мы там делаем? А, ну берем нации, которые редко кто проходит. Это да, я смотрю, конечно, сначала в ютубе, кто что проходит, и вернее, проходит ли нацию, которую я планирую начать играть, и выбираю самую редкую. Или какую-нибудь самую сложную. За по Вархаммеру, кстати, говорят, что очень сложно играть за Воинов Хаоса, за что там. Не помню уж, какая там у них нация. Красненькая такая. Посмотрим, за нее можно будет, говорят, жестко. Ну что, видели вы этот ролик у других летсплейщиков или нет? Вступительный. In the year 1945, где мои субтитры? My great-great-grandfather. Короче, я вам расскажу сейчас вкратце. Wondered типа там... his wife. Война, короче, война, в общем, закончилась, Вторая мировая, с применением ядерной бомбы над Японией. Взорвали Хиросиму и Нагасаки. А в результате все думали, что сейчас начнется адское всемирное ядерное побоище. Однако этого не произошло, и люди начали использовать ядерную энергию в благих целях, научных, и они так здорово все это пошло, и прогресс, и все. Роботов завели себе там домашних. Все довольны, смотрите, классно. Машины на ядерном топливе. Это просто четко. Компьютеры, планшет. Маленькие удобные планшеты теперь появились у людей. А
так, 21 век, типа все было бы вроде ништяк, да не тут-то было. Начался бардак, потому что не хватало, засрали всю планету, начался бардак, и недолго думая, кто бы вы думали, пришли китайцы. Китайцы пришли, а наши ребята американские начали облачаться в бронированные костюмы и готовятся к битве. We stand on the brink of total war. And I am afraid. For myself. For my wife. For my infant son. Because if my time in the army taught me one thing. Ну и попёрлись они, короче, все на войну, за детей, за жену, за все дела. It's the war. Вот. Вот смотрите, летят легкие пехотинцы, а вот там один тяжеляк идет сбоку с пулеметом. Далее. А это легкие. Так, ну что. Это было интро. А вот и наши русские субтитры пожаловали. А, игра, вы понимаете, да? Игра на английском, а мы читаем субтитры. You think? Absolutely. Now get ready and stop hogging the mirror. Так, так. Ну что, играем за мальчика? Конечно, за мальчика. Здесь, видите, можно крутить, он как живой. Так. Чтобы смотреться, используется мышь. Так, давайте что-нибудь попробуем с лицом сделать, да? А, лицо 15, да? Давайте, 15 лиц всего, мы их быстренько промотаем. За кого будем играть? Это арабы, какие-то рыжие. Вот это вообще рыжий. Рыжий злой какой-то, да? Вот, блин, черный. Может, за черного сыграем, а? Китаец, негр. Белый. Нет, черный, у него всегда будет черная голова. Вот этот злой тоже. Рыжий. Наверное, за рыжего придется играть. А че, рыжего хоть это единственное, у кого нормальная прическа. Ну, прическу мы, конечно, можем поменять. А, хотя рожи-то у всех одинаковые примерно. Да-да-да, рожи у всех примерно одинаковые. Седой. Не, седой. Я один раз за седого играл в какой-то РПГшке. Вот мачо, кстати. Латино. Нет, латиноса я не хочу. Давай за рыжего, что ли? Просто ему волосы изменим, и все. Так, дальше. Лицо F. Форма, тип, цвет. Так, нам нужно... Ну, борода нормально. Брови. Вот, хайер. Си, цвет. Давай цвет изменим. Ух ты, ни хрена себе. Ёкарный бабай. Красный, каштан. Синий, давай синий. Есть, нет? Черный. Синий. Сидеющие, стальные. Серые, серебро. Белые. Обесцвеченные. О, обесцвеченные, нифига он панк. Ну-ка. По-моему, круто. Вот это ништяк. Во! А то че, блин? Так, теперь. Растительность на лице. Т, давай, растительность на лице. Ну-ка, как у меня есть, нет? Сейчас поищу, как у меня. А, нет, внизу нет. Борода больше будет. А, вот, подожди. Нет, у меня не так. Да ё-моё, вот у меня нет, нет, не так. Вот так только без усов у меня. Блин. Ну чё, давай, есть без усов. Вот казачьи усики, заебись. Так. О. Ну, ребят, давай быстрее что-нибудь дайте мне. Во, ё-моё, во, вот как у меня. Во, нормально. Вот так оставим. Нормально, нормально. Так, дальше, что у нас там? Нос. Нам не надо. Так, глаза.
Глаза цвет нам. Ну-ка, цвет красный есть? Зеленый. Так. Синий, зеленый, голубой, коричневый. Ладно, без разницы нам на его глаза тогда. Если красных глаз нет, тогда нам и не надо. Так, еще. Е дополнительно, это у нас отметины. Что за отметины? Веснушки. А зачем нам веснушки или пятна на носу? Нет. Не надо. Ссадины, шрамы. Тени в глазницах. Нет, у нас достаточно нормальный цвет губ. Грубые черты лица. А, вот, подожди, это уже сделано. А, вот он, типа, такой, во вмятинах весь. Чё, больной, что ли? Ты больной, что ли, братиш? Оу, ну что ты такое? Нет. Чё он больной-то, ё-моё, весь? Урон. Вот, шрам, нормально. Шрам, может быть, серьезный дядя. О, это с башни его поправили так. А, гримаса улыбки. Так, швы справа, неплохо. Ожог головы, ожог щеки. 12 раундов, сломанный нос. Не, ну вообще, давайте сделаем боковой шрамик ему. Нет, это слишком жесткий. Ладно, пускай будет. What do you think, hon? Roguishly handsome or handsome? А, нет, убрался. Ну ладно, хрен с ним, не больно надо. Так, значит, мы посмотрели. Б, это у нас пол. Марику, здорово, ё-моё. Да, нормальную фигуру сделал. Нам что особо-то? Так, все что ли? Готово. Нам что выеживаться-то? Мы же не девочки здесь. Окей. Вот, отлично, светленький такой чувачок. Итак, что у нас? Опа, видели, да? Ну, крыса пролетела. Так, девочка здесь, это наша жена. Жена, нора. Норка. Так, вот мы. О, здорово, братиша. Котсворт. Thanks, Cosworth. Спасибо. Так, что там еще у нас интересно? Здесь, значит, это, видимо, мой дом. Здесь этот чувак тусуется. Проигрыватели голозаписи. Ну, у нас сейчас ничего нет. Телек. Че, мутишь? Сигареты. Откуда сигареты? Я не знаю. У меня же там дитя еще валяется. Нука-кола. Ice cold. Ice cold. Saddle up Salisbury steak. Grade A+. Не будем закрывать дверь холодильника. Посмотрим, как робот отреагирует на это. Пойдем посмотрим. Посмотрим на нашего малыша. О, так, неплохо. To think, one day he's gonna learn how to drive. Так, вот мой малыш, типа, пластмассовым лицом и стеклянными глазами. Ну ладно. Тем временем нам передается прогноз погоды. Hey, Cosworth. Хорошо. Так, который продавец, который кажется, что у меня двери во всей хате открыты. Давай, сделаю от третьего лица. Слушай, отлично. Что передает? Это мы как такой здесь атмосфера 60-х. Так, секундочку. Так, я выключил там автопереключение. Кстати, быстрое сохранение F5. Так, ну что? У меня быстрое переключение, автопереключение шрифтов стоит на компе. И если. И в некоторых играх может возникнуть глюк. В момент автопереключения может. Старые добрые штаты. Ну, нормально, что. У них штаты, у них свои штаты, у нас свои. Здорово, братиш. Волтек. И вот у нас появляется выбор, значит,
вариант в ответ. Remind me again? Why we're about you, sir, and helping secure your future. Ваш ключ к безопасному будущему. Видите ли, Vault-Tec строит подземные комплексы по самым передовым технологиям. Своего рода убежище, роскошные комплексы со всеми удобствами, где вы можете пережить ужас ядерной войны. Nuclear devastation. Вы не представляете, как я рад, что мы с вами, что нам с вами довелось поговорить. Я уже несколько дней пытаюсь с вами связаться. Так, вот он пытается. Это агент, агент компании, и сейчас. Смотри сюда. Посмотри наверх. Значит, агент компании с нами хочет связаться. Так, ну конечно же мы с ним пообщаемся. Ну давай. Ну вот что ж. Дело касается вашего будущего. Если вы еще не заметили, сэр, страна кается ко всем чертям. Вы же простите за грубость, большой взрыв неизбежен, к сожалению, но и он ближе, чем вам кажется. Понимаете, к чему я клоню? Я понимаю, вы человек занятой, поэтому много времени не отниму. Время теперь ценно, как никогда. Я пришел сообщить, что благодарны за все, что ваша семья сделала для страны, ваши кандидатуры одобрили для местного убежища, убежище 111. Local Vault. 111. Так, ну нормально же, да, что я вам немножко дублирую то, что базарит этот чувак, потому что с субтитрами не всегда удобно следить, я это по себе знаю. На субтитры смотришь и как-то неудобно иногда. Быстро надоедает глаза, проще не смотреть вниз экрана, а слушать как кино. Я, конечно, не очень комментирую, а потом со временем, я думаю, у меня будет получаться все лучше и лучше. Так, речь идет о всей семье. Конечно, кроме робота, разумеется. И вам уже предоставили допуск, осталось лишь кое-что уточнить. Чтобы не было никаких задержек в случае непредвиденного тотального уничтожения. Это займет лишь пару минут. Давай. Расскажи мне про убежище. Я уверен, вас оно оснащено всеми удобствами, не говоря уже о полной защите от радиации и враждебных мутантов. Они в смысле знают, что какие-то мутанты уже есть, что ли? Светлое будущее под землей. Это не просто наша задача, это наше призвание. Ну ладно, давай, братан. Sure, let's do it. Давай. Splendid. Splendid. Now, чудесно, чудесно. Так, давайте посмотрим. Сейчас данные будет собирать. Ну что ж, имя. И вот на этом этапе мы должны зарегиться. Давай зарегимся. Тут-тун, тут-тун, тут-тун. Тон-тон-тон-тон-тон-тон. Так. Сохраняйся. Так, что мы имеем? Сила, восприятие, выносливость, харизма, интеллект, ловкость, удача. На все это надо распределить очки. Сила, значит, определяет физически. По-быстренькому пробежимся, я не займу вам много вашего времени. Сила определяет физические возможности вашей мускулатуры, какой вес вы можете нести, сколько будете наносить урона в ближнем бою. Вообще, смотрите, у нас есть 20 очков. Так или иначе, мы... Так, сколько там? Мы должны... Это, ладно, пусть будет. Мы должны поставить базовые очки хотя бы увеличить, да? Интеллект, смотрите, интеллект, параметр, определяющий ваш уровень ума. Он влияет на количество очков опыта, которые вы получаете. Очков опыта. Значит, если мы его сделаем побольше, то очков опыта будет получаться больше, соответственно, все остальное будет качаться больше. Сила 3, восприятие, ваша способность замечать, что происходит вокруг, влияет на точность оружия ВАЦ. Вот это нам нужно. ВАЦ, да? ВАЦ это прицел, да, автоматически. Так, еще. Ловкость определяет быстроту ваших рефлексов, точность движения. От нее зависит число очков действия ВАЦ, способность действовать скрытно. Так, удача у нас влияет на скорость заполнения крит-атаки. Физподготовка. Давай физподготовку. И вот по поводу очки действия...
очки действия в суперприцеле. Ну, я считаю, что так надо делать. А интеллект по максимуму, мне, ну, из того, что возможно, уж меньше я ставить не буду никому. Дело в том, что я хочу, чтобы у меня именно очки опыта увеличивались. Ну, точнее, быстрее прокачиваться. Чем больше очков опыта, тем быстрее мы прокачиваемся. Это же очевидно. Так, давай, погнали. Я считаю, что так нормально. А, чудесно, на этом все. Осталось нести бумаги в убежище. Поздравляю, вы готовы встретить будущее. Да, конечно. For you and Sean, no price is too high. Good answer. Конечно. Так, малышок заплакал. Sean has been changed. Я сменил, говорит, Шону подгузник, но он не успокаивается. Кажется, он хочет побыть с папой. А в этом ему помочь можете только вы. Ладно, ладно. Ну что ты там ищешь? Пластмассовый ребенок. Я подозреваю, что что-то будет. Я не пойму, почему у меня прицел. Прицел активирован. Почему у меня прицел активирован? Listen, after breakfast, I was thinking we could head to the park for a bit. Weather should hold up. Игрушечный кубик активировать. Как? Will it be like that night in the park a year ago? Она меня приглашает в парк. You should come and see this. Codsworth, what's wrong? What the fuck? Короче, она меня в парк пригласила. Я отказался. И вот нам сообщают, что будет война, да? И вот нам сообщают, что грохот взрывов и ядерная война. У нас появились новые подтвержденные сведения. Повторяю, подтвержденные сведения о ядерных взрывах в Нью-Йорке и Пенсильвании. Codsworth, stay safe, buddy. We need to get to the vault. Нам нужно убежище. Погнали. Ай, джаляп, дверь закрылась. И... Ай, жена-то побежала уже. Побежали, побежали. Так, ну и, короче, начинается взрыв. Ядерный взрыв. И тут военные нам подсказывают, что нужно бежать. Смотрите, как красиво. Как было круто, когда... Прыгиваем. Ну а чё? Брось. Ну чё, давай. Эх. Чемодан свой не могут поделить. Поэтому может чемодан схватить чужой. Видите, так, регистрируйтесь у ворот. И вот нам солдат говорит, видите, а здесь сбоку очки ускорения. Ага. Представители Волтека не пускают. Здорово, солдат. We're on the list. Infant, adult male, adult female. Вон моя жена стоит, все в порядке. Okay, go ahead. Нас пускают, а мы зарегились. Все ништяк. What's gonna happen to all those people outside the gate? Everything we can. Now keep moving. Быстрее, говорит, давайте, валите. Что это с людьми с ним будет? Да хрен его знает. Бегом. Ну и все ништяк. We're gonna be okay. I love you. Да я такой типа сказал. Ёкарный бабай, что за хрень? О-о-о, ядерный взрыв, ребята нас бомбанули. О, ядерный взрыв, нас успели засунуть. Нас успели засунуть в бункер. Охренеть можно. We did it. We made it. Да, конечно, добрались. Это же по сценарию игры, ё-моё. Чё ты тупишь? Everyone, please step off the elevator and proceed up the stairs in an orderly fashion. Наш новый дом. Все так легко относятся к этому. Не волнуйтесь, всем найдется место в нашем новом доме, убежище 111. Ваше светлое будущее под землей! Идите вверх по лестнице. Ну ладно, вверх по лестнице, давай.
Он так заботится о вас. Ну, вот здесь есть такая кнопочка X. X. X нажимаешь, и персонаж просто идет вперед. И не надо ему давить постоянно на кнопку А. Вот это я считаю, что Bethesda позаботилась о нас. Давай свой костюм. What now? Just follow the doctor. He'll show you where to go. All right, you three. Follow. Hey, так, доктор. Just this way. Ну, давай. See? Как себя чувствуете, Юрий? Oh, you're gonna love it. Смотрите, у него компьютер на руке. This is one of our most advanced facilities. Not that the others aren't great, mind you. Here you are. Follow me. Are we had? Что-то обнимаются тут стоят. Oh God, honey. What if they didn't make it? We've lost everything. I know this is a difficult time. Oh God. But Valtech will be with you. How long do you think we'll be down here? Oh, we'll be going over all that in orientation. Об этом говорит мы поговорим. Как долго мы будем здесь поговорим об этом инструктаже? Ладно, покачаю глотно, пока идем. Prepared for the future, right? Похоже на криогенные камеры. Ну что, доктор? Hey there. Just step into the chamber. Пройдите, говорит, в камеру, ни хрена себе. It'll be okay. А чё вы нас с камерой собрались делать-то? The pod will decontaminate and depressurize you. Сан обработки, сброс давления перед дальнейшим спуском в убежище. Сохраняйте спокойствие. Time for a whole new life. Начинается новая жизнь. Occupant vitals normal. Procedure complete. In five. Заморозили, короче. Three, two, one. Так, заморозили, ну. Понял. Дыши на стекло, пусть отпотеет. Ключ на ручное управление, криогенный сон прерван. What the fuck? Эй, ну... Чё, озверели? Чё-то они делают? Таинственная фигура. Эй, куда хватаешь, сволочь, блядь? Эй, куда хватаешь? Стоять, падла! А ты, гнида, за жену завали. Ах ты, крыса, я тебя найду. Прикиньте, чё. Вечно начинается всё с жесткача. Ну ладно, хоть малыша, да, ладно, хоть малыш ещё это, живой. В такие моменты сразу, ё-моё, он кельснайк хватает, потом воздух кашляет. Я вам скажу, в такие моменты сразу становится понятна общая канва, сюжета по игре, да, у нас убили жену, мы у нас есть стимул отомстить там или что, а при этом у нас еще есть малыш, которого надо найти. Время на исходе, покинуть убежище. Да, не похоже они на живых. Так, сбой. Come on, come on, come on. Oh God! Сбой, говорит, ручной. Ручного управления. I'll find who did this. Я вернул Шона, обещаю, говорит, да. I promise. Надо же, ну это, закрыть. Камеру закрыть надо. God. Зачем Волк так это сделал? Да.
Тут какая-то муть происходит. Почему так происходит? Почему эти люди зашли и завалили? Сука, блядь, холодно здесь. Валить надо. Фуф, тут холодно адски. Раздвижная дверь, нет доступа. Возьмем отвертку. Молоток. Ящик с инструментами. Нет, ничего здесь нет. Смотрите, 230. 230 мы можем нести. 230 веса мы можем вести, а нести, а у нас всего 3. Отвертка, молоток. Блин, как холодно. Я сижу сейчас, мне от его дыхания, мне реально холодно становится. Ох. Давайте сразу быстренько. Потрепанный планшет. Довоенные деньги. Нужны ли эти деньги? Потрепанный планшет, сигарета. Терминал службы безопасности. Давай. Ох, смотрите, там сбоку какой-то нейтрализатор стоит. Инструкция по безопасности для убежища. Убежище 111. Так. Предназначен для исследования долговременного воздействия прекращения жизненных функций на испытуемых людях, не подозревающих в эксперименте. Видите, значит, мы не подозревали в эксперименте, нас сюда засунули в виде эксперимента, а мы даже не должны были знать, что это эксперимент. Сказали, что типа это защитное сооружение и все. Сотрудники отдела безопасности несут ответственность за сохранение целостности комплекса и занимаются так. Ни при каких обстоятельствах персонал не разрешает отклоняться от назначенных обязанностей. Разрешено применять смертоносное оружие. Так, что там? Прием резидентов, обязанности персонала, разрешение на выход и эвакуация. Блин. Так. Да. Нас походу... О! Конец света, еле успели запустить всех резидентов. Выжили не все, теперь остались только мы и ледышки. Не понимаю, белый халат пытались мне объяснить, что заморозка это какой-то серьезный эксперимент. Ради светлого будущего или типа того, не знаю, не нравится мне, что мы им мило улыбались, а потом засунули в лед. Почему их не предупредили? Ну, сволочи, короче, ты понял, что произошло. А все-таки конец света реально произошел. Рождество под землей, собрались с другими охранниками, ребятами из отдела обслуживания, устроили небольшой праздник. Лучшим подарком для всех оказались не совсем еще черствые кексы. Из ученых никого не было, смотрителя тоже не было, не понимаю я их. Они что-то от нас скрывают? Очередная корпоративная тайна только для избранных? Ну и ладно. Еще несколько месяцев и получим разрешение на эвакуацию, а потом начнем новую жизнь. Они надеялись, охранники, что будет... Смотрите, 78-й год, 25 декабря 77-го было Рождество. В марте следующего года они пишут. До окончания обязательного периода проживания осталось всего несколько недель. Все начинают нервничать. Кто-то даже говорит, что разрешения на эвакуацию не будет никогда. Долго нам тут оставаться нельзя, это точно. Дело даже не в том, что я вот уже полгода смотрю на одни и те же стены, одну и ту же койку. Дело в том, что продуктов нам хватит всего на пару месяцев, максимум. Смотритель просит всех... проявить терпение, сосредоточиться на работе. Он явно что-то от нас скрывает, происходит что-то плохое, я знаю. Что там, походу, такая радиация, что они не в состоянии. Так, в апреле того же года он пишет. Главная дверь на выходе из убежища не работает. Теперь единственный выход отсюда через эвакуационный туннель смотрителя. Как удобно для него. Он устроил своего рода КПП, откуда сотрудник научного отдела постоянно наблюдает за дверью в его кабинет. Сегодня меня пригласили на совещание. Только обслуживающий персонал и сотрудники охраны. Видимо, не только мне все это не нравится. Ну и, в общем, получается, что... Не хотели их почему-то выпускать отсюда. Разрешение на эвакуацию от Волтек так и не поступило. Надо уходить, почти закончились продукты. Стэнли чуть не пристрелили за то, что он уронил крекер на пол. Ха-ха-ха. Некоторые из нас потребовали от смотрителя открыть убежище. Кто бы мог подумать, что настолько щуплое создание способно так громко орать. Теперь заперся у себя в кабинете вместе со своими учеными. Нам приказано сегодня же вечером сдать все продукты, оружие, медикаменты, которые у нас есть, иначе будут последствия. Мы все обсудили, пора. Так или иначе мы выберемся из этого убежища. И я так понял, так, это вот это, да? Да, вот они решили они уйти отсюда. Все, а нас, значит... Критический сбой, я понял. То есть реально нас... Так, подожди, у меня здесь есть стимулятор. Вот, стимулятор забираем. То есть реально нас по коробке сигар... Ну-ка, давай возьмем.
Сигар, коробка сигар, вы представляете? Пачка сигарет. Даже зажигалка. Мне кажется, зажигалка пригодится. Вот что-то мне подсказывает, что зажигалка пригодится. Короче, нас держали здесь незаконно. Ничего. О. Смотри. Есть 6 опыта. Giant roaches. Гигантский таракан. Смотри, что делает. Ой, ё-моё. За что ты так с нами? Ты, сволочь, что ты здесь делаешь? Где все живые люди? А, ну наконец-то, отлепился. Стол 36. Сесть мы не будем. Пиво возьмем. Так, что мы вообще здесь имеем? Мы имеем плитка. Я не знаю, плитка нужна нам, нет? Может взять? Возьму плитку на всякий случай. Короче, смотрите, в чем дело. И здесь мы пиво возьмем. Пиво можно пить. Не нужно, но можно. Вот. А получается, что нам нужно что? Выбраться через аварийный терминал. Вот что нам нужно. Через аварийный выход. Он же сказал, что дед этот ученый заблокировал выход, и если мы хотим вырваться, нам придется выбираться через дополнительный терминал. Конечно же, на терминалах вот на этих есть информация, которая раскрывает нам, что происходит здесь реально в этом. Служебная записка смотрителей. Так, не забывайте, мы не будем прям все, но будем смотреть, может что-то интересное. Не забывайте, что использование реакционного терминала — это привилегия. Так, ну это нам не надо. Список рекордсменов, что это значит? Так, ну меня здесь нет. Загрузка голографической записи. Это, видимо, какая-то игра. Нет, мы не будем играть. Уходим отсюда. Так, здесь понятно. Ну, это терминал для отдыха. Тут как бы ничего особого. Вряд ли в столовой что-то может быть интересное. Так, ну что, мы выберемся, нет? Слушай, серия достаточно... Подожди, а если спать я нажму? В данный момент вы не можете спать. А вообще, в принципе, можем, значит. Так, ну ладно, мы попробуем все-таки добраться до какого-то... До какого-то места контрольного. Электроусилитель работает. Тараканы там... Погибло несколько тараканов. И это прекрасно. Иди. Папе. Он успел меня укусить, гнида. Мясо берем, там, наверное, что-то надо будет. С этим мясом надо будет что-то делать. О, скелет. Давай, скелет. Where is everyone? Где, говорит, все? С одного удара кулаком таракана в сопли замешиваю. Мы двигаемся все-таки к выходу. Стимулятор. Стимулятор восстанавливает 30% от максимального уровня здоровья и исцеляет повреждения конечностей. Чтобы не открывать инвентарь всякий раз, добавьте стимуляторы в избранные. Избранные, насколько я помню, F. Вот, он уже в избранном есть. Так, где там? F избранная. Стимулятор 4, кнопка 0. Все, ладно, у нас стимулятор... Вот, смотри, пистолет. А пистолет — это ништяк.
пистолет, еще патроны нам нужны. О, доктор, слушай, ну доктор. Что да случилось? Это сколько вообще, что произошло? Почему здесь скелеты валяются? Так, дверь я вижу. Я хочу взять еще патроны всяких. А, насколько я помню, ящик для креолятора открыть очень сложный. Неплохо, я к тебе еще вернусь, да? Тут, видимо, какие-то шпильки нужны. Где взять шпильки, я не знаю. Так. Комод целиком, как весь комод. Не по полочкам, а целиком. Ну-ка. Целая пачка сигарет. Наверное, мы эту пачку сигарет продадим. Патроны, да, я взял из ящика патроны. Хоть это было так незаметно. Подожди. Стимулятор. А вот же шпилька. Есть. Так. Что, попробуем открыть, нет? Сохраниться вообще надо, ребят. Блин, что такое? Ноль. Нет, так не пойдет. Слушай, так не пойдет. Нет, не пойдет. Я нажал паузу, и у меня сработал стимулятор. Это же неправильно. Don't think I can pick this. А, то есть что, даже шпильки не помогут, в смысле? Блин, жаль. Ну, давай глянем терминал смотрителя по-быстрому, что здесь он писал. Потому что мы скоро все равно выйдем из этого убежища. Так, инструкции смотрителя 111. Ну, мы поняли, что нас тут держат. Сейчас глянем оглавление. Строго конфиденциально для смотрителя протокол нарушений. Так, воздействие прекращения не допускается. Это мы знаем. Это мы знаем. Блин, нет, назад. Давай-ка мышью. Креолятор. Я давно уже мечтаю создать портативное устройство для криогенной заморозки. Креолятор – последний результат моей работы. К счастью, у нас достаточно запас химикатов и компонентов, необходимых для настройки прототипа. Отличный способ занять себя, пока ждем разрешения на эвакуацию. Слушай, креолятор – это типа портативный для заморозки. Я не дочитал. Круто, нам его надо достать обязательно. Руководство по операционным протоколам, запись резидентов, обязанности персонала – это мы знаем. Нет. В принципе, мы тут понимаем, что произошло. Так, журнал смотрителя. И открытие аукционного тоннеля видели, да, внизу? Вот мы это сделаем. Значит, добро пожаловать. Так, это понятно. Подготовка. Последний этап подготовки персонала завершен. Так, за исключением нескольких человек, зачислены все резиденты в Санкт-Чаури Хиллз, несколько человек из Конкорда. На этой неделе приезжали инспекторы из Волтек для проведения технической проверки. Убежище готово открыть свои двери. Так, ну понятно, в общем, все здесь. 23 октября, что они сделали? Свершилось, нам повезло, большая часть персонала находилась поблизости, когда поступили первые сигналы. Времени у нас было меньше, чем рассчитывали, но когда двери закрылись, не хватало только Нордхагена. Прием резидента, запомним надо это имя, что за имя. Прием резидентов прошел гладко, успели все, даже семья, которая ждала до последней минуты. Были опасения, что у людей возникнут чрезмерные подозрения, но все прошло так быстро. Видимо, люди слишком взволнованы, чтобы задавать вопросы о криогенных камерах. Ну, короче, подлость какая-то произошла, системный сбой. Сегодня была странная проблема с камерой S3. У пациентки наблюдалось учащенное сердцебиение. Так, угроз для жизни не было. Так, нас это не сторожило. В общем, короче, походу про мою жену. Мы не уверены, что у меня... Мы не уверены. Но у меня есть подозрение, что система удаленного управления Волтек отправили ошибочный сигнал. Будем наблюдать дальше. Надеюсь, после эвакуации персонала система будет работать нормально. Ладно. Так, заканчиваются припасы. Я верю. Бунт. Вот, давайте, интересно, бунт. Группа людей под руководством сотрудников служб безопасности устроила бунт. Это вот что мы читали со стороны безопасности сотрудника, а теперь непосредственно мы читаем со стороны профессора. Группа людей под руководством сотрудников устроила бунт, требуя выпустить их из убежища. Кретины, при смертельном уровне радиации я дверь не открою. Я собираю оставшиеся припасы и объявляю режим изоляции. Будем решать, кто заслужит получать продукты, которых и так осталось мало. Не надо было раздавать слишком щедрой порции. Если кому-то это не нравится, что ж, остальным больше достать. Ну, короче... Доктор, это еще тот гандон. А, все, да, у нас тут больше ничего. Сейчас, быстренько. А, открытие эвакуационного туннеля, конечно. Открытие эвакуационного туннеля. Давай, давай. Все. Все, 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 все. Открываем, открываем. Стоп, 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 стоп. Патрончики. Картотека. Так, если здесь все, то двигаемся дальше. Я слышу, как тараканы шебуршат. О, с
смотрите. Туловище 50%. Ноги. Туловище. Поехали. Я обожаю эту игру вот за именно за это. А можно и так. А можно и так. Вот за этот режим я прям вообще. Смотрите, мать. И ребеночек бежал. Таракашки. Ну мы убили всех. Мясо. О боже, какое отвратительное мясо. Заберем, заберем. Поехали. R, чтобы залить оружие. Да, ты прав. Какая умная. Какой умный алгоритм игры. Показывает, все рассказывает. Ну пока здесь не тот противник, чтобы мы. Is anyone alive? Кто-нибудь выбрался живой? Did anyone get out? А, вот, смотрите, разводной ключ возьмем. Здесь ничего. А, вот эта заблокированная дверь, которая у нас была заблокирована, мы ее просто чуть обошли. Кресло. Патроны давай. Патроны ништяк. Я слышу, как ты орешь. Это крыса. Долго нажатие на R. Ой. Убирает, долго нажатие R убирает оружие в карман. Так, ну что, давайте выбираться. Вот, смотрите, это отсюда мы пришли. Но здесь уже все скелеты. Пи-бой! А вот и пи-бой. Все, мы берем пи-боя. Наш компьютер. Теперь мы можем все смотреть, все делать, развиваться, прокачиваться, и все круто. Грузи, грузи. Так, смотрите, выберите вкладку с помощью маус 1, это понятно. Мы выбираем общие вкладки. Вот здесь по поводу оружия и прочего, инфо. Время на исходе, это наше задание. Также мы можем двигать право-лево внутри под меню, да? Здесь задание, это у нас статистика. Ну, статистика, что нам? Вот задание. Покинуть убежище, тудым-сюдым. Сейчас на самом деле год-то, если вы обратили внимание, смотрите внизу. 23 октября, получается, 2287. А вот и карта. Какая маленькая карта. Ха-ха-ха, радио. Радиостанции не найдено. Быстро, мы быстро-быстро посмотрим, быстро. Так, вот наш человечек. Стимулятор на любой орган мы можем отправить. Это мы знаем, да? Мы очки здоровья 99 из 100, очки опыта мы еще вот не докачали до первого уровня. А вот смотрите, буква Т. Буква Т, ни хрена себе. Волтек, это наши способности. Вот это активировано, мы это активировали. Развитие выносливости, развитие ловкости, развитие удачи. Это вот то, что мы... Развитие силы. А вот теперь уровни пошли. Смотрите, сколько уровней, а на каждом уровне есть что-то. Что на прокачку, видите? Вот, например, это просто обалденная, по-моему, система. Например, вот у нас есть развитие интеллекта. У нас до развития интеллекта еще до развития интеллекта вот еще 3 звезды. До 100%, да? Тогда что у нас? Тогда получается, у нас откроется, после того, как мы выкачаем интеллект, у нас откроется вот этот ванс, да? Ванс. Пусть вас направит сил Волтек. Ближайшая цель отображается. Путь к ближайшей цели отображается в ватс. Это прекрасно. Например, это будет наш апгрейд такой будет. Медик. Врача срочно. Стимулятор устанавливает на 40%. Видите, там тоже 4 звезды. Интеллект необходим уровень 2, да? А чтобы вторую звезду, уже 60% утраченного здоровья ставили, нам нужен, во-первых, уровень 18, видите? Во-первых, уровень 18, интеллект 2. Интеллект 3.
А здесь уже по уровню. То есть у меня интеллект, в принципе, открыт. Уровень 3, открыт, все нормально. Интеллект 6. Открыт. А теперь уровень игрока, видите, нужен какой? 41, чтобы максимально, например, высокотехнологичные модификации. Ну, короче, вообще круто. Так, ну по интеллекту-то у меня открыто. По остальным надо будет прокачаться. Очень, очень интересно. Так, спешл. Это выносливость, наши характеристики. Это мы знаем. Способностей ни хрена пока у нас нету. Ну и, в общем-то, такие дела. Не будем надолго заморачивать. По ходу дела будем разбираться. Поехали. Открывай дверь. Погнали. За 200 лет уже... За 200 лет уже должна... Радиация. За 200 лет радиация должна уже поубавиться. Это ключ, так ключ, да? У него получилось, да, и мы выходим, да? Ох, какая вещь. Прикольно, да, сделано? По-моему, офигенно. Так, убежище. Мы за креолятором еще вернемся сюда. Вы помните, да? Что взлом замков нам надо как-то изучить. Или как это происходит? Давай. Я готов, погнали. Так, что хотели бы вы изменить? Имя, параметры, спешл. Внешний вид. И завершить выход из убежища. Так. Так, у меня что здесь получается? А, ну все, да, то есть... ну, в принципе, меня это так-то все и устраивает. Единственное, мы можем вот убавить... Вот, децл интеллекта убавим. У нас все равно... так, удача, везение и влияет... Общее везение и влияет на скорость заполнения индикатора крит-атаки. Я думаю, тут, наверное... Так, сила определяет физ возможности вашей мускулатуры... Сколько носите урона в ближнем бою. Харизма, и цены. Убедительности, цены на торговлю. Так, какой вес? Давай на вес возьмем еще. Возьмем. Так, внешний вид у нас в порядке. Сейчас глянем еще разок. Да вроде внешний вид в порядке, что мы это? Детский сад, что ли, играть? Все нормально. Нормальный такой чел. Нос, конечно, у нас какой-то страшный. Так, форма S. Так, left mouse wheel, масштаб принять. А, нормальный нос. Нос как неандертальца, блин. Обалдеть, какой большой. Нет, ерунда, короче, это все. Хрен с ним, с носом нам... Да окей, конечно. Чё нам этот... Чё нам этот нос, да? И мы погнали наружу. Так, что это такое? Номер в каталоге. Те, кто зарезервировал себе место в убежище 111, понятия не имели о том, что будут подвергнуты заморозке. На самом деле, почти каждое убежище было тайным социальным экспериментом, организованным компанией Voltech. Да... Вот это мы выяснили сами, кстати говоря, прямо непосредственно
Клей. Что там про клей было написано? Да, выход из убежища. В каждой серии, да, выход из убежища происходит. Найден сигнал радио классика. О, да. Обожаю РПГшки с открытым миром. О, четко. Ну что, братва, я сохраняюсь. Итак, мы выбрались. Наш герой. Эй, закрой пистолет. Вот наш перс. Повернись. О. Ну что, братва, давайте, короче, ставьте лайк. Я понимаю, что у всех тысячи этих прохождений уже... Тысячу прохождений уже люди играют в этот Fallout, но мы ведь играем на канале OnKillSnike, поэтому у нас тут свое прохождение, свой мир, свои дела. Давайте выберем что-нибудь под скриншотик. Под скриншотик. Ну-ка сюда повернись. Ладно, я сейчас пока выберу что-нибудь под скриншотик, под заглавную эту. Да, вот так сделаем. Ладно, всем пока, давайте комменты ставьте, но я думаю, будем дальше еще играть. Мне вот мне нравится, я обожаю эти RPG-шки с открытым миром. Все, всем пока, спасибо за просмотр, постараюсь как можно быстрее выкинуть этот ролик в сеть.